Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Shadowfight 3. У нас бесплатные карты есть. Нет соединения с сервером, попробуйте позже. Ну зашибись. Хотел только картишек получить и на тебе. Ладно, пойдемте тогда в главу 1. Будем ее проходить. Мне поставили условия. Вы выполните несколько простых заданий, прежде чем отправиться за сферой. Первый будет усмирить штрафника. Штрафникам запрещено носить оружие, пока не истечет срок наказания. Для боя у него есть только тяжелые рукавицы. Воспитательные работы. Ну что же, давайте будем воспитывать штрафника. Что там такое за демон? Раунд 1. Ага, елки-палки. Ну ладно. Хорошо, что у меня хоть мечи есть. Давай-ка потанцуем, штрафник. Угу. Так, ну что, удары... О, вот значит как. Да ты не припухли, а, братиша. Давай утихомирим тебя, малька. Че ты распинался-то здесь? Но хпшки у него отнимаются достаточно долго. Жирный гаденыш. Да ё-моё, а. Ох ты, да ты посмотри, он прям борец какой-то. Борец за справедливость. Черт, сбил мне, а. Сбил теневой удар. Ну ты достал меня. Блин, да что такое, что за непруха? Да ладно, что, я еще и проиграю по ходу дела здесь. Так, ну-ка, надо сконцентрироваться. Взять волю в кулак, вот так. Ага, как тебе нравится, штрафничок? Совсем раскис, братишка. Главное, ребята, не пасовать и не сдаваться. Я должен его победить. Он же без оружия, он охламон. Вот так. Все, я думаю, сейчас последний удар ему. А ну-ка, получи-ка. Вот так, отлично. Первый раунд за нами. Сейчас у нас будет второй. Я надеюсь, на втором раунде он не слишком будет буянить. А то придется его отшлепать. Ну что ж, давай. Косматый, нападай. Ну, конечно. О-о-о, тихо. Черт подери, ну как ты не сделал связку ударов, а? Рэй, ну как так ты можешь, блин? О, малорик. Отлично, провел комбинацию броска. Но главное не расслабляться. Ох, я смотрю, он тут любитель у нас попрыгать. Ладно, повалим его на бок. Получи. Да-да-да, ребята, именно так и есть. Он любитель прыгать и прям коленкой хочет мне звездануть в лицо. Но не тут-то было. У меня все-таки шлем. Ага. Как тебе это? Вот так, отличненько. У меня еще есть один удар. Блин, хотел волну ему сделать. Сбил, паскуда, а? На! Разозлил ты меня, гаденыш. Да выкуси ты. Все, ребятушки, вот так вот. Две победы за нами. Что нам за это полагается? Неплохо. Я уже решил отправить Гизма с парой ребят из отряда. Он хорошо показал себя в битве при Соколином ущелье. А я что, плохо, что ли? Кого ты отправил? Ну ты же обещал, если сферы коснется обычный человек, она поработит его. Сфера превратит человека в монстра с силой тысячи армий. Все его самые темные желания обернутся явью. Все это сказки. Сфера всего лишь ценный трофей. Когда легион получит ее, династия выполнит все наши требования. Ну вот в этом-то как раз я и сомневаюсь. Так, мы растем, наш уровень растет, мы получаем деньжата. Так, шлем, перк, еще один шлем и копье, металлическое жало. Угу. И что такое? Блин, опять что ли нет соединения с сервером? Ладно, ребята, давайте тогда перезайдем, раз такая пляска здесь началась. Ну что ж, давайте глянем. Да, вроде бы пока все нормально. Бесплатные карты. Давайте заберем их. Шлем кочевника, слабенький. И 30 монет. Смотрим. Так, выпадает опять шлем кочевника. Так, ну что, продолжаем, ребята. И у нас тут экипировочка новенькая появилась. Надеюсь, это не шлем у нас. Нет, вроде бы обошлось. Тогда что-то из оружия. Непонятно. Копье. Давайте, наверное, возьмем. Оно все-таки посильнее, 62.
урона. Можем, нет, не можем, у нас не хватает для улучшения, но зато можем поставить перк, последовательность из двух ударов копьем. Посмотрим, что он из себя значит. Так, ну а бронька у нас вся никудышная. Так, ладно, кристаллы, все за донат, а? Ну вы посмотрите, блин, что не игра, то донат. Это я не буду делать. И у нас глава 1 сложно, и задание Театр Легенд. Давайте, наверное, зайдем на главу. Нельзя допустить, чтобы Гизмо добрался до сферы. Мы должны бежать из лагеря сегодня ночью. Осталось только убрать патрульного, и дорога свободная. Ночной побег. Выруби патрульного. Хорошо, я попробую. Но, опять же, повторю, сложно. Может быть, даже не получится. Так, у нас, значит, кто здесь? Мечник. Ну-ка, ой-ой-ой-ой. Так, да смотри, что делать. На-ка, получи. Вот еще разок. Ну, я его, наверное, так и буду бомбить. Этого гаденыша лучше держать на расстоянии часового. Опа, вот так. Хорошо прошло. Ой. Нельзя, чтобы он подошел ко мне вплотную. Да что ж такое-то. На, выкуси. Все равно, пока я проигрываю по ХП. Ага. Так, давайте-ка. Блин. Да что ж такое-то. Чувствую, я сейчас тут додурачусь. На, получи. Так, маленько еще осталось. Ну, буквально удара два ему. Попробуем. Так, один есть. И заключительный. Ну, попади. Замечательно. Так, ну это был раунд первый. Еще один надо будет выиграть, чтобы убрать этого часового. Фух, собрались. Буду действовать так же. На тебе, чтобы рядом не стоял. Ха-ха, вот так. Ну что же, еще разочек его. Опять с вертушки. Получил, гаденыш. На. Как раз вот. Ох ты. На, еще разок. Слушайте, самый эффективный удар, я смотрю, вот этот вот против. Ой, зачем я. Да, ребят, я хотел просто ударить его, а он почему-то начал с прыжка. Фу, оружие выбил. Ну все, голубчик ты мой. Полностью. Вот так тебе. Куда ты нам ножками своими размахался, никудышными культяпочками. Черт подери, еще проиграть тут не хватало, а? Безоружному. Ну все, об землю. Так, и волной. Готов. Так, дальше, ребята, проходим с вами. Что нам тут скажут? Мы пройдем через ущелье, и там встретимся с моим человеком. Он хороший разведчик, хоть и со своими странностями. Ага. Что мы зарабатываем? Уже половина третьего уровня у нас. Ну и денег 300. Так, меч, топоры, парные мечи. И у нас тут открытие. Давайте, наверное, сразу откроем, да, за 12 кристаллов. Обычный сундук, что нам выпадет из него? Перк, шаги колосса, так, шлем кочевника, простой меч и 9 кристаллов. Продолжаем. Бесплатные карты у нас еще есть. Так, подлатник, фигня и монета, 35 штук. Глава первая безумная. Что-то я не хочу идти на безумно. Давайте, наверное, мы с вами попробуем задание Театр Легенд. Там, наверное, еще что-нибудь осталось у нас, я надеюсь. Иногда подвиги сами находили Кагуна. Как-то на него напал вампир. Ему нужна была кровь героя, чтобы стать сильнее. Ну, в принципе, все понятно. Противник восстанавливает здоровье при ударе. Здоровье падает со временем. Ну, хоть нормально. Ладно, давайте пробовать. Я так понимаю, будет вампир у нас какой-то, да? Да, точно, похож, по крайней мере, на него. Но мне дали меч. Одноручный, длинный. Ты смотри, что творит, а? Ага, это... Ё-моё, это те самые ребята, которые с двумя мечами очень шустрые. Да хорош ты уже, а, отцепись. Да, меч-то длинный, но в то же время он так долго делает замах им. Ух. Ну, зато бомбит-то будь здоров. Так, черт, как он быстро себе восстановил все здоровье, а?
Ух, хорошо его прорубил. Все, мечиков он лишился. Но это никак не сказалось на его уворотности и скорости. Да получи ты. О, осталось маленько, ребята, маленько. Пробей. Отлично, первый раунд за нами. Ух, хорошо его, конечно, в конце, да? Палашем этим звезданул. Так, раунд 2. Погнали. Ну что, вампир? На-ка, выкуси. Черт подери. Блин, он слишком шустрый для меня. Но зато у меня удары мощнее. Причем в разы. Так, осталось только, блин, добить, хотел сказать. Ну. Эх, да ладно. Подловить бы его. Да что ж ты будешь делать-то, а? Вампир, ты задолбал. О, вот хорошо. Таких вот два разика. Еще разок бы так сделать, ребята. Ему крышка. Все, победа. Да. Да, конечно же, победа, ребят. Ух, ну что ты там расскажешь про свою легенду про Кагуна? Так, денежку получили. Шлем, укрепленный мундир. Шлем штрафника. Вампир был повержен. Несмотря на укусы чудовища, Кагун быстро оправился и был готов к новым свершениям. Вот оно как. Поехали дальше. Все, что ли? Задания кончились у нас, ребята. Печалька. Тут безумно. У меня остается только дуэль. Ну, а почему бы, например, нам не сходить, ребята, на дуэль? Все равно надо повышать себе рейтинг, да ведь? Так, нету почему-то больше у меня доступных способностей. Жаль. Уровень у нас 2. До 3 нам еще очень долго пиликать. Ладно, давайте, ребятушки, посмотрим, как у нас пойдут ПВП-бои. И против нас кто здесь? Макс. Ага, тоже с топорами. Ладно, давай. Топор на топор, как говорится. Ох, неплохо начал. Оу, ребят, нифига себе, я его тут пробиваю. Да он не жилец. Еще и топоры потерял. Все, хана ему. Слишком вялый ты, браток. Слишком вялый. За это ты и поплатился, а нет. Еще живет малька. Все. Так, первый раунд за мной. Ну давайте второй попробуем выиграть. Да я думаю, в принципе, без проблем должны победить. На-ка, выкуси. У него слишком слабая защита. Вы посмотрите, я его как легко пробиваю. На-ка, выкуси. Так, тихонько, тихонько, не буянь тут. Нет, что-то еще выделывается, а? О, даже бросок сделал. Ну зря ты, братишка, так сделал. Все, победа за нами. Сколько, интересно, мне дадут очков за победу, а? Тридцать четыре. Ага, серия побед еще к тому же была. 110 монет и обычный сундук. Ну, давайте откроем. За 12-то. Могу себе это позволить. Что нам выпадет? Копье. Шаги колосса. Штрафника шлем. Доспех горца. Все, конечно, замечательно, но не то, что мне нужно. Так, копье. Может быть, взять копье, а? Так, давайте возьмем копье и, наверное, с вами... Нет, топорики заберем. И еще разочек сыграем в дуэльку. У меня всего-то рейтинг 292. Это ничтожно малый. Поэтому нам в этом бою нужно выиграть, чтобы немножко его приподнять. Оу. Сухип. Неплохие такие булавушки у чувачка, да? Так. Черт подери. Слушай, довольно мощные у него атаки, но по защите он хиловат. Черт подери, а. Ну! Да. Так. Блин, он мне все сбивает, а. Ты смотри. Да ты достал уже, блин, а. Неужели победит?
Оу, ё-моё! Какого лешего я стал пинать его, а? Ладно, хорошо. Сухи, первая победа за тобой. Но слишком сильно не радуйся. Сейчас будет месть. И она будет жестокая. Вот так вот. Ух ты. С одной комбо я у него отнял практически пол хп. Чё ж, осталось только добить. Ты сам виноват, напоролся на мою пятку. Тебя никто не просил прыгать на нее. Так, 1-1 пока. Раунд 3. Так. Подождем, подождем. О! Блин, а. О, получи-ка. Все, добиваем, ребятушки, добиваем. Пока. Даже твои дубинки тебе не помогли. Так, сколько, интересно, мы получим и чего? 49 очей нам дали. Награда 110 и редкий сундук. Вот это уже другой разговор. 32 кристалла нужно, чтобы открыть его. Но у меня столько нету, поэтому пускай 8 часов будет открываться. Я знала, что найду тебя здесь. Нам нужна информация про легионера по имени Гизма. Он взял людей и отправился за сферой. Я знаю, где он, но с тобой легионер. А я не помогаю легионерам ни при каких условиях. Это противоречит кодексу. Разведчик какой-то здесь откуда-то взялся. Сначала устраню твоего легионера, а потом все тебе расскажу. Час от часу не легче. Безумно. Ну, на него нападать нет смысла. Ладно, ребята, давайте, наверное, на этом я завершу этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами продолжим играть в эту игру в следующий раз. А на этом все. Всем пока и до скорого. Главное, всегда будьте начеку, ребята. Удачи вам.